Друзья, всех приветствую. 2 сентября 2023 года. С вами всегда Андрей Рыбин. Сегодня решил записать видео. Первое — извиниться перед вами. Извиниться вот за что. И объясню, почему извиниться. Несколько месяцев назад я записал видео, в котором рассказывал о том, что так называемый поход Вагнера на Москву был инсценировкой для того, чтобы прикрыть переброску войск вот района Бахмута в Белоруссию. Поэтому я решил извиниться, потому что я был неправ. И вот почему данное произошло. Потому что расклад я вам давал, исходя из своего видения. То есть, другими словами, я ставил себя на место тех людей, перед которыми поставлена задача. Ну, в данном случае это захват страны при имеющихся возможностях, ресурсах и при тех событиях, которые происходили. То есть, исходя из этого, я вот изложил такую вот аналитику, как бы я поступил в данном случае. Повторяю, при то, что называется максимальной рентабельности. То есть, достижение цели при имеющихся ресурсах, минимальных ресурсах, минимальных потерях и за самое короткое время. Но я был неправ. Неправ был потому, что ожидал, что с той стороны находятся такие же люди, которые способны размышлять. Оказалось, что это абсолютно не так. И подтверждением этому явился вот этот вот факт уничтожения Пригожина. То есть таким вот, то что называется, топорным, наглым методом, это просто наглость, которая не имеет никаких границ. То есть, если есть проблема, ее нужно уничтожить. О. Для этого не нужно думать головой. Вот, нажать кнопку, ракетой сбить, все упало. Проблема решена. Это подход, то, что называется, мясников. Вот. Есть человек, нет человека, нет проблем. Вот. То есть это вот было таким индикатором, четким и ясным для меня, что с той стороны находятся совершенно другие люди, которых довольно сложно, такая проблема, использовать свою голову. Скажу даже более того, что такими методами не пользовался даже Сталин, за время которого там миллионы людей были уничтожены. Но он даже не шел по этому пути. То есть это наглый путь таких вот деревянных людей. Я их называю деревянными, потому что они сложно подумать своей головой. Вот. Поэтому, да, я действительно был неправ, потому что излагал из соображений наибольшего, скажем, как достичь поставленных целей при имеющихся ресурсах с максимальной, так называемой, рентабельностью за минимально короткое время. Так. Что это означает? То есть вот это
вот эти события, которые произошли, включая уничтожение самолета Пригожина, к сожалению, это не показывает ничего хорошего для Украины. К сожалению. Почему? Потому что подход мясников – это уничтожение. Это вот как тем трактором идут, или там бульдозером. Нам поставлена задача уничтожить. И вот мы идем и на своем пути все уничтожаем. Это, конечно, путь, не думая головой, но поставленная цель, есть стена, значит, ее нужно проломать. А для этого нам нужна кувалда, и вот мы будем бить этой кувалдой, сколько у нас есть сил, пока глаза не повылазят. Вот. И, к сожалению, это большая проблема для Украины, для жителей этой страны. Это как, например, хирург, перед которым поставлена задача, например, там удалить какую-то там, ну, операцию сделать, там, какую-то опухоль удалить, то вместо того, чтобы провести данную операцию в максимально короткое время, делая там минимальный надрез человеку, там, используя минимально, то есть имеющиеся ресурсы свои, вместо этого этот хирург режет всего человека там вдоль и поперек, что подвергает мучениям данного человека, там кромсает там опухоль, вырезая, а после этого начинает зашивать. При этом нанося данному пациенту большой урон, большие страдания. То есть он как бы объясняет там своим руководителям, что ну я ж выполняю задачу, задача выполняется, а каким способом, ну я вот такой вижу. Вот главное же, чтобы задача была выполнена. Вот так и в данном случае. То есть, к сожалению, это плачевно. То есть, со стороны России не идут в учет никакие ресурсы, ни человеческие, ни материальные, а вот чисто как тем бульдозером. То есть, подумать головой сложно, будем думать ногами или там еще чем-то. Поэтому, к сожалению, вот такой вот расклад. Ну, а мы для себя, имея такое понимание, уже будем видеть, то есть ту аналитику с корректировкой, с учетом данного понимания. Повторяю, до такого не опускался даже в свое время Сталин, проводя те или иные операции. Это то, о чем я хотел вам сегодня сказать, для того, чтобы вы понимали, что и как происходит, и также, что и будет происходить. Какие вопросы задавайте. С вами всегда был Андрей Рыбин. Всего доброго, до свидания, с Богом.